Ой, сколько нащелкнула. Нина, надо же, Диме расскажу, не поверит. А если меня на чайник выключила? Молодец, не растерялась. Ага. Хотите? Я Диме в аэропорту купила. Тебя как зовут? Женя. Александра Николаевна. Очень приятно. Нам сегодня не водить. Может, еще и машину угоним? Как пойдет. Ну, Александра Николаевна, вы просто супер. Вообще, даете. А у вас телефона нет? В туалете утонул. В туалете? Я там вены резала. Вены? От меня муж ушел. 23 года прожили, как один день. У Семенова на вечеринке познакомились. Пушкин мне читал, цыганы. Прочитал, женился, бросил. И не сказал, почему. А мне надо знать. Может, тебе это кажется странным? Я странная? Ну и что, мне Дима тоже стихи читал. Про птичку. Плохо. Почему плохо? Вы его совсем не знаете. А ты знаешь? Умный, красивый, заботливый, добрый, ласковый, такой? Ну? Такой. А потом есть не хочет, говорить не хочет, глаза отводит и молчит. Он же, тот же самый, не другой, только чужой. За руку не взять, голову не положить, слова не сказать. Стена. Давно знакомы? 3 месяца. Понятно. Что понятно? Ничего вам не понятно. Мы завтра документы подаем. А мы завтра разводимся. Если бы тебе твоя мама сказала, что они с папой разводятся, ты бы как? У меня папа 2 года назад умер. Повезло маме!